Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангара Медиа. С вами Надежда Фролова. На 8% в Иркутской области выросло количество новых случаев заражения туберкулезом. При этом другие показатели региона улучшились. Сократилось общее число заболевших, туберкулез излечивают. Смертей от недуга меньше. Позитивные результаты появляются благодаря профилактике, своевременному обращению людей к докторам и знаниям об инфекции. Получить больше сведений о туберкулезе и правилах предостережения все желающие могут на открытых встречах со специалистами. Подробности далее. Екатерина Лысенко раньше могла задержать дыхание на 10 секунд, теперь на 20. Прогресс лечения очевиден. Девушка борется с туберкулезом, закрытой формой. Врачи говорят, выписку о выздоровлении получит уже совсем скоро. Я планово пошла на медицинскую комиссию и пошла в рамках этого делать флюорографию. На данный момент я прохожу, у меня начальное лечение, уже лучшие результаты анализа крови. У нас снизилась смертность. Это ключевой показатель, который сегодня оценивается в Российской Федерации. Смертность снизилась на 15%. И мы достигли плановых значений. В прошлом году было 9,4, теперь у нас 8 на 100 тысяч населения. И самое главное для нас, это у нас снизилась распространенность туберкулеза в нашей Сибирской, в Иркутской области среди населения на 382 человека. Это 11%. То есть вот эти два показателя говорят о том, что мы умеем лечить туберкулез, мы его своевременно выявляем. У нас люди излечиваются от туберкулеза. Сейчас уделяют особое внимание диспансеризации подростков, пенсионеров, людей из групп риска. Предупредить лучше, чем лечить, уверены врачи. Поэтому в областной туберкулезной больнице придумали образовательный проект. В учебных заведениях читают лекции. Как выясняется, часто у людей по отношению к туберкулезу много заблуждений. Среди них миф о том, что заразиться можно сразу после первого контакта с больным. Или инфекция поражает лишь легкие. И даже предполагают, что болезнь неизлечима. На самом деле, туберкулезом заразиться может любой человек с ослабленным иммунитетом. Краткий контакт повышает риск заражения, но не гарантирует его. Туберкулез может поразить любые органы, кроме волос и ногтей. Болезнь излечима. Стоит изучать, конечно, стоит расширяться, стоит познавать больше, чтобы будущее поколение, чтобы молодое поколение, оно знало и в следующем предохранялось как бы от этой болезни, чтобы не распространялось. Такие же занятия проводят в больницах, учебных заведениях, ГУФСИН, даже приезжают в организации и ведут просветительские беседы с сотрудниками, чтобы люди понимали, как правильно действовать при встрече с туберкулезом. Альберт Домнин при содействии телекомпании «Аист», новости 360 Ангарск. Подозреваемую в убийстве мужчины задержали ангарские правоохранители. Напомним, 4 ноября следственный отдел возбудил уголовное дело по факту обнаружения в СНТ «Лесник-1» во льду болота тела со следами насильственной смерти. Накануне сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнюю женщину, которая была судима 12 раз за имущественные преступления. Затем вместе со своим сожителем они вынесли тело в огород жилого дома, после чего спустя несколько дней вынесли, перетащили его к болоту, где избавились от него. В настоящее время с подозреваемой проведена проверка показаний на месте преступления, ей предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Более половины не имеющих работы жителей Прибайкалья – мужчины. Как сообщает Иркутскстат, уровень безработицы составляет 5%, что несколько меньше, чем ранее. Почти 68,5% из тех, кто пока отдыхает от трудов – горожане, остальные – проживающие в сельской местности. Из тех, кто не имеет работы, но готов приступить к ней, каждый четвертый в возрасте до 25 лет. Не имеет опыта – каждый пятый. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. Грильхаус – атмосферный ресторан для всей семьи. Изысканные закуски, салаты, гарниры, супы, бюргеры и, конечно, сочные, ароматные блюда на мангале. Говядина, свинина, баранина, индейка, рыба и морепродукты. Открой свой грильхаус в Ангарске. 33-й микрорайон, дом 25. Занимайтесь тем, что наполняет вашу жизнь счастьем. А мы позаботимся о ваших зубах. Новая стоматологическая клиника оказывает услуги по диагностике, лечению, удалению, протезированию и имплантации. У нас собственная зуботехническая лаборатория и отличные специалисты. Новая стоматологическая клиника. Ангарск, 61-й квартал, дом 24. Телефон 52 10 09.
Профилактика и исправление эстетических проблем кожи, коррекция мимических морщин, чистка лица, пилинг, косметологические уходы, мезотерапия и биоревитализация. Квалифицированный косметолог с медицинским образованием. Запись по телефону 8 950 120 25 67. Мы можем дать вам способности, о которых другие могут только мечтать. Fly People. Японская и китайская кухня с доставкой. Поедай суши. Всегда свежие роллы, салаты, супы, вок, гарниры, горячие блюда и десерты. Все качественно и вкусно готовит наш шеф. Заказывай на сайте поедайсуши.рф. С 23 по 28 ноября выставка распродажа шуб «Норка», «Мутон», «Каракуль», «Дубленки». Акция «Меняем старую шубу на новую». Рассрочка и кредит. ДК «Нефтехимик». Видеообращение со словами благодарности школьникам Иркутской области записали сотрудники спецподразделения Росгвардии из Приангарья, выполняющие задачи специальной военной операции. Напомним, ранее в рамках акции «Ждем и гордимся» ученики разных образовательных учреждений отправили бойцам письма и видеоролики, в котором выразили поддержку и признались, что они являются настоящим примером для всех. Ваша поддержка – главная награда для нас в этих суровых условиях. Спасибо вам огромное за это. Мы очень ценим вашу поддержку и сделаем все возможное, чтобы в вашем будущем такая ситуация как у нас не повторилась. Мы за мир! Более 40 лет работает в Ангарске клуб кино-фотопутешествий на всех широтах. Заседания любителей этих видов искусства проходят в ДК «Нефтехимик» еженедельно. Чем стала интересна минувшая встреча, знает Марина Минченко. Темы встреч ангарского клуба любителей кино, фотографий и путешествий самые разные. Обычно здесь делятся впечатлениями от поездок. В этот раз встреча была особенной. Мы решили расширить тему, поэтому путешествие может быть не только вот так, как пепелац летает без гравицапы вот так, а с гравицапы в любую точку Вселенной. Поэтому мы решили, что путешествовать будем не только в пространстве, но и во времени. Вот сегодня мы погружаемся во времени в 60-е годы, когда здесь во дворце существовала киностудия ДК «Фильм». Это была группа энтузиастов, которые снимали на кинопленку. Видео тогда еще не было, эра видео не наступила. Снимали на кинопленку кинокамерами. У них была проявочная машина, они сами здесь обрабатывали эту кинопленку. Это был химический процесс сложный, но, слава богу, автоматика им помогала. Вот. И здесь же они устраивали премьерные показы. Материалы ангарская киностудия снимала самые разные. Это были как заказные, производственные фильмы, игровые сюжеты, так и съемки городских праздников и мероприятий. Есть в коллекции ДК «Фильм» кадры из других городов. Так один из участников студии снял ленту «Синее море», «Белый пароход», «Гудзуф». Всего на показе организаторы представили несколько небольших лент. Мы сегодня открываем дверь, или, как сейчас принято говорить, портал в прошлое, в котором мы сможем... как-то показать то время, когда люди еще где-то 50 лет назад были, ходили по улицам, что-то их интересовало, как-то они вот себя чувствовали, состояние какое-то было у них. Чтобы люди почувствовали вот это состояние и решили, что да, действительно, было интересно. Одна из самых известных лент киностудии – об Ангарском музее часов и его основателе Павле Васильевиче Курдюкове. Работа «Возвращенное время» была снята в 1975 году на Всемирном фестивале любительских фильмов «Уника-76». Кинолента получила гран-при и большую золотую медаль. Недавно фильм оцифровали и представили на суд зрителей уже в новом формате. По словам организаторов, подобные встречи интересны живым общением с авторами подобных материалов. Ведь всегда можно задать вопросы и поделиться впечатлениями от увиденного. Марина Минченко, новости 360 Ангарск. День матери – международный праздник, когда принято поздравлять женщин. В разных странах назначают свои даты его проведения. В России его отмечают в последнее воскресенье ноября. В Ангарском городском округе запланировано несколько мероприятий. В частности, во Дворце культуры «Энергетик» пройдет душевный концерт для всех мам. Одно из самых главных мероприятий в году – мероприятие, посвященное Дню Матери. Как говорил Максим Горький, все прекрасное в мире от лучей солнца и от сердца матери. В концерте принимают участие и поздравляют дорогих и любимых мам творческие коллективы Дворца культуры «Энергетик». Песни, танцы, будут использованы видеоматериалы,
как такая важная эмоциональная составляющая для зрителя. Мероприятие сделано с душой, мы всех ждем. Очередной матч в рамках чемпионата ВХЛ проведут «Ермак» в этот четверг. В Красноярске соперником ангарчан станет местный «Сокол», который в турнирной таблице расположился на 8-й строчке. Отметим, буквально перед поездкой в штабе «Оранжевых» подписали контракты с новыми игроками. Это 26-летний воспитанник Екатеринбургской хоккейной школы Дмитрий Корчемкин, ранее выступавший за «Горняк». 21-летний нападающий Андрей Мигур, начинавший нынешний сезон в казахстанской «Сыроарке». И Александр Шикун, который уже защищал цвета ангарского клуба в 2019-2021 году. Тогда он выходил на лед 101 раз, забил 9 шайб, отдал 20 голевых передач. В этом сезоне Шикун играл за Тольяттинскую «Ладу». Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в нашей группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Ангарск, нижнее подчеркивание, 360». Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. Читайте в свежем номере газеты «Свеча». Суд восстановил Бориса Басманова в должности главного врача. Ангарск и ангарчане. Общественники нашли сведения о без вести пропавших участниках Великой Отечественной. О чем мечтают сироты? Есть смысл посоветоваться с народом. Новые изменения в законах Прибайкалья. О спорт, ты мир. Газета «Свеча». Живи ярче, живи светлее. Здравствуйте, это «Погода» на канале «Ангара Медиа». Я Екатерина Кусюмова. В Байкальске 24 ноября облачно. Днем температура воздуха составит 11 градусов ниже 0. В темное время 24 мороза. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. В Листвянке утром небольшой снег, в обед облачно, ожидается до минус 8. К вечеру на термометре можно будет наблюдать 14 градусов ниже 0. Ветер северный 5-7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – шоурум корейской косметики «Атоми». Шоурум корейской косметики «Атоми» объявляет крутой предновогодний розыгрыш подарков и денежных призов для своих партнеров и покупателей. Период проведения с 16 по 29 ноября. Итоги подведут 4 декабря в прямом эфире. Подробности по телефону 8-914-95-77-029. Адрес 257 квартал, дом 10, подъезд 13. Понимаешь, я ведь раньше тоже относилась к этому скептически, но я себе сейчас так благодарна за то, что я приняла решение, поменялся мой круг общения, мой доход, все поменялось. В общем, «Атоми» — это моя стабильность, новые возможности, новый доход, и я теперь только вперед. В нашей команде тебя ждет бесплатное индивидуальное обучение, оперативная поддержка и практическая помощь в построении структуры развития. А теперь о погоде в Ангарске. В четверг облачно, днем 11 градусов ниже 0, ночью минус 24. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду.